руки. Мне не важно, кто ты. Если ты человек, у тебя есть глаза и сердце, то мы и вся индустрия поднимем тебе настроение. Какая индустрия? Носки, что ли? Нет, шоу-бизнес. Доброе, доктор Басс. Я покупаю Лейкерс. Ничего себе. Это солнечный Лос-Анджелес. Рай для загара. Пусть постараются стать чемпионами. Сказки для фанатов. Ради чего ты продаешь империю недвижимости? Вся лига на грани банкротства. Заткнись, Фред. Пап, я хочу работать на тебя. Хорошо, устроим собеседование. Летний отбор. Так, Лейкерс выбирает первым. Верно. Так кого мне выбрать? Это очевидно. Ошеломляющий, неограненный алмаз, одаренный Ирвин Мэджик. Не называй это прозвище в моем доме. Мама говорит, что магия от дьявола. Но дьявол не забивает так, как я. В Лос-Анджелесе хотя бы есть церкви. Лос-Анджелес Лейкерс выбирает Мэджика Джонсона. Мы команда. Мэджик и Карим. Точнее, Карим и Мэджик. У команд есть фанаты, у нас будут звезды. Наши девочки не поддержка. Они танцуют. Тебе кажется, что я уеду и поменяюсь? Я создаю нечто особенное. Династию. С ума сойти. Оставь династию мне. Как жизнь, Ларри? Да ладно, Рэд. Ты боишься конкуренции? Нет, но ты мне не конкурент. С этого момента мы играем, чтобы победить. Помни, кто ты и откуда родом. Это моя семья. У тебя нет семьи, только ее остатки. Один рывок, и мы выиграем все. Это уникальный шанс. А чего ты хочешь в будущем? Все. Шоу начинается.